Всех приветствую. На ремонт к нам заехала Renault Logan с проблемой, что при торможении бьет в руля и педаль тормоза. Сняли диск, сняли тормозные колодки. В итоге увидели то, что здесь вот на внутренней стороне тормозного диска уже даже выела такую вот кромку. Так же самое и на колодке. Неплотно прилегает, неравномерно стирается, естественно, от этого будет биение. Решили то, что проточим тормозные диски, поставим на станок, отдадим сейчас токарю. Кто спорит насчет того, что нужно, не нужно точить, постоянно протачиваем, опять же, если это целесообразно. То есть смотрим, на каждом тормозном диске есть минимальная толщина допустимая. Если примерно посмотреть на тормозной диск, померить его и прикинуть то, что после проточки толщина не станет минимальной, то конечно точим. Если будет или уже есть минимальная, то смысла точить нету. Просто легче купить новые. Что после проточки, что на новые тормозные диски ставятся только новые тормозные колодки. Что ж, будем точить, весь процесс вам покажем. Еще один момент по поводу толщины тормозных дисков. Так как я уже сказал, вот на примере этого диска у нас минимальная толщина 19,8 мм. И часто видел, меряют штангенциркулем. Ну как бы можно померить, но точности толщины не будет, потому как на каждом тормозном диске здесь вот вырабатывается и появляется кромка. И плотно штангенциркуль не будет прилегать к поверхности, и мы не узнаем наверняка, какая у нас толщина его. Поэтому лучше всего это сделать микрометром. Вот мы прикинули даже в нашу фаску эту. Будем снимать в любом случае до этой толщины. И получается у нас 20,2. То есть, я думаю, если полностью проточить, то толщина у нас останется 20. Еще раз поставим тормозные колодки, отбегает у нас, а после уже будем менять на новые. We'll be right back.
Вот так вот у нас выглядят диски после проточки. Сейчас мы их поставим на машину, собираем обратно, проверяем и только после этого отдаем хозяину.